Уже совсем скоро этим неугомонным девчонкам и мальчишкам предстоит сесть за школьные парты, и от их готовности отправиться в мир знаний будут зависеть успехи в учебе. А любые трудности, как известно, по плечу тем, кто живет с хорошим настроением. Праздник, который мы здесь сегодня организовали, конечно, благодаря, в первую очередь, моей команде Центрального района, да, и, конечно, нашим добродушным предпринимателям, которые тоже всегда нам слышат, помогают. И готовы помогать тем людям, которые нуждаются в этом. Ребятишки, собравшиеся в Ленинском парке, благодаря юным артистам, настроились на скорую встречу со школьными друзьями, а родители получили весомую поддержку. В этих пакетах все необходимое для школьных занятий. Я желаю счастья детям. Самое главное, чтобы в этом учебном году были у них успехи, большие успехи. Дети, ваши успехи на самом деле в ваших руках, не подводите своих родителей. Вы будущее не только ваших родителей, еще и будущее этой страны. Школьные наборы получила 21 семья, проживающая в Центральном районе Новороссийска. Среди них и многодетная семья Генераловых, воспитывающая 7 детей. У меня 2 детей закончили 9 класс, и вот 4 еще сейчас идут первоклассница, ну и постарше класса. Я очень искренне благодарна главе района и бывшему главе района, и спонсорам, которые нам помогли. Огромное-огромное спасибо от всей души, ангела-хранителя, и Бог вам в помощь. В праздничной атмосфере произошло и еще одно знаменательное событие для школьников постарше. 7 ребят получили первый и главный в своей жизни документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Для них это было торжественно и волнительно, хотя осознание важности происшедшего еще впереди. Это начало новой жизни, и все кажется. Я стала взрослее. Лучше. Это первая ступень к тому, что я скоро буду достигать своих новых целей. И очень важно, что свой первый шаг в гражданское общество эти юноши и девушки сделали вместе с родителями и жителями своего района. Вместе мы сильны. Ирина Ищенко, Андрей Супрунов, «Новая Россия».